Сегодня у нас 13-е. О, братья несут заготовки из клена. Добытчики. В прошлый раз ты завязывал как, у тебя все поехало на бок, все, пропал воз. А сегодня ты завязал как положено. Ну, с той стороны я подкидывал тебе. Вот сдвиги очень заметные. А та шпана, которая вокруг тебя бесится, бесится-то. Они же ничего этого не знают, им это не нужен. На, скинь туда. Вот, теперь мы потихонечку опрокидываем его. Самосвал. Это сорная трава, называют американский клен. И он вдоль границы огорода, проулка. Идет там провода, приходилось убирать из проводов, из-под проводов. А сейчас высокий, ему не достать. Но он сильно ветвистый, ну прям только уберешь, за лето он подрастает на 2,5 метра примерно. Такие. Ну и он сильно затеняет пол огорода, захватывает, особенно летом. Тень длинная. Ну вот просили меня сестры, мы начали вчера, так, вытащи руками. Вчера я взял большой топор с длинной ручкой, лесорубный это, и срубил. Сейчас я пришел, насколько я пришел, то есть, я даже не знаю, насколько я тут пришел. Он, я думал, на полчаса, а Виталий говорит, больше. И 50 штук, 48 наколотил. Волочу сюда, да? Не. Куда ложить и гладить? Да, бросай просто. Пока здесь пускай. Рядом, все, кроме деревни, здесь, рядом. Вот так. Я кое-что на дрова пущу, а кое-что на это, видишь, какие? Это прям настоящие столбушки будут. Вчера это их нарубил, а сегодня надо было ветки убрать. Я Виталия послал одного, дал ему, говорю, выбирай какой топор, он взял маленький. Ну и правильно, большим топором я срубил, а теперь он это... И он хорошо прошел. Ну я подошел на помощь, это мое. 48 штук срубил. А у него 50, не срубил, а ну, отрубил ветки. Но я мелочи уже не делал, я только скорее убрать с огорода. У него 50... Ну, он с утра вышел. И там еще небольшая кучка. То есть я все время его подбиваю, чтобы он был быстрый. Ну, согласись, что 48 это что-то. За раз не взяли. Да какие толстые это. Давай. Клади. Благодарю. Получила известие. Игнатов Сергей Егорович выехал от сына. 13-го, 15-го буду здесь. Теперь я постараюсь вести его... Кто-то звонил, и я не могу понять, кто. Обратно звонок я не могу дать. Пока развяжу, расстегну, две застежки было на пуговке. Дальше рукавички надо снимать. Пока снял, запутался это никак, у меня плотно. Но довольны тем, что телефон я не потерял, он у меня не выпал. А почему? Я недавно ролик поставил, утром еще. Как сделать штоп, 100% гарантия, что телефон не потеряется. Он скользкий. Шил мешочек, сам шил. Если упадет где, по веревочке найти. Дальше в карман. У меня не до конца, еще тут веревочка делается, привязывается. Карман, здесь раза два, чтобы он туда не прошел. У меня было такое, флешка держала, и чищу таскал, и чища протянула, протерла. И так и потерял. Искал, деревни все искали, но не нашли. Так вот, звонок был, 38, кажется, последнее. Я не ответил. Но я говорю сразу Виталию, а зато радостно, что я его не потерял. То есть всегда нужно найти что-то. 56-38, а то у Сергея Пупкова. Да ты что? Да. Да, 56-38, наверное. Угу. Так, постой-ка. Так это, я сейчас узнаю. Ну, надо
посмотреть, дать ему сигнал. Он мне звонил уже, он спрашивал, на картошку надо сила? Я говорю, мы уже все выкопали. Вот так. А он там хотел призвать уже, и, ну, говорит, все равно никто не согласился. Нет. 13.30. Да там еще уже 13 минут, все. Да. Ну и 13.38, да? 56.38. Я не вижу, посмотри, вот бежит. Посмотри, 56.38. Есть, нет? Нет, это другой. Другой, значит, другой, да. Ну все. Не он, ну а что он-то? Я ему говорил приехать, чтобы помочь, но мы поправились. Осталась морковка, а свекла так ее. Вот у него номер 56-38. А я не вижу. Последний. Я вижу через увеличительное стекло. Mm-hmm. Так, все, матушку зови. Выключай, mm-hmm. Пошли, вон она. Покажи, как она работает. Ты подойди потихоньку. Сними ее, на память оставь. Я спрошу ее. Иди. Три было. Три. А ты это не передумала отдавать-то нам? Нет. Она говорит, вот это возьмите себе. Мы от твоего имени дадим тем, кто нуждается. Бабушке. Один мешок батюшке. Он крупную картошку любит. Вот ему дадут. Батюшка? Да. Ты решил дать ему? Да, матушка попросила, мешок один. Ну, пожалуйста, остается еще один. Два. А еще я два. Один унес уже. А, ну и слава богу. Все на этом, пошли. Вставай. Потом закончить, а мы пока возить будем, поедем.